Ночь, лекция, моча, бутылка. Наполовину полон зал. Тесак доказывает пылко. Все это сок, никто не ссал. Такой позор не смоешь словом. За шквара не сорвать печать. Соврешь, нет смысла. Будут снова бутылка, лекция, моча. Сок апельсиновый мочой запивай. Главный твой попел санины. Окупай, педофиляй. Хочешь пиариться? Норов возьми в узду. Затроллили шавки? Не ахай. Не выпил мочи, шли всех в пизду. А выпил, сам иди нахуй. Вы любите Актимель, а я в него ссал. Стране нужна оппозиция и не нужен тесак. Расскажу-ка я пока про Максима Тесака. Статный, знатный был детина, жаль, на голову дубина. Педофилов он ловил, да националистом был. Для российского народа был он словно воевода. Правда, он предпочитал мечу распростейшую мочу. Нарушителей закона ей добротно поливал, ну, как считал, педофилию этим средством исцелял. Значит, как-то раз простая баба его решила исцелить. Ну, видимо, решив, что надо ему голову смочить. Да не простенькой водицей, а оживительной мочой. Говорят, что не небылица, говорят, то сок простой. Ну, так-то было или нет, нам не даст никто ответ. И теперь Максим Тесак лишь кричит «Кудак, кудак».